Если хочешь разрешить кому-нибудь из твоих друзей хиппи погулять по округе, используй тотемный столб для смены персонажа. Или гуляй сам. Привет, друг! Добро пожаловать в мое новое королевство! Это твое новое королевство? Ну да. Скажи красиво. Я устроил голосование, и мы единогласно решили, что я стану новым правителем этого водопоя. Голосование? Полагаю, следует уточнить, что голосовал только его величество. Ну да, ну и что? Главное, я теперь король, и не допущу, чтобы тут плавали всякие, ели кого попало и сбивали цены на недвижимость. Кроме того, они не пускают никого в воду. Что? О, нет-нет, Глория пришла принимать ванну. И такие законы ей не нужны. Надо турнуть их оттуда. Просто нажми кнопку действия, когда захочешь, чтобы я залепил фруктом в этих мерзких рептилий. И почему куда не пойдешь? Везде крокодилы, аллигаторы и рептилии. Не могла обойтись. Мы разобрались. Теперь надо надрать хвост главарю, и с бандой будет покончено. Джулиан доволен. Наконец-то весь сброд изгнан, и я смогу насладиться сладким манго.
Это было просто супер, детка. Но я же все-таки король. Я обращался к даме. Спасибо за комплимент, Муата-Муата. Там у меня таких полно. Хочешь, сплаваем вместе в мою секретную подводную квартирку? Почему бы и нет? Показывай дорогу. За мной, детка, и держись поближе, как можно ближе. Жаль, что ты уходишь, но я буду смотреть тебя вслед. Притворяешься недотрогой. Прежде чем мы пойдем ко мне, я хочу собрать жемчужины и сделать ожерелье для моей любимой бегемотихи. О, как мило! А почему я так хорошо слышу под водой? Потому что ты такая умница, детка. Так вот, я бы сам собрал этот жемчуг, но у меня аллергия на устриц. Ты не соберешь их для меня, пончик? Отличных жемчужин. А теперь, если ты съешь перец и пробьешь эту преграду, мы окажемся еще на шаг ближе к моему дому. Что скажешь, о свет моих очей? Я скажу, что настоящий мужчина сам бы съел перец и начал ломать преграды. Да, я бы с радостью, пышечка, но у меня аллергия на перец. Ты, наверное, шутишь. Плохо тебя мамочка воспитала. Твои пузырьки с ними справятся.
Теперь смотри, нам надо разбить еще один камень, но сначала отними зеленый перец у крокодилов. Дай угадаю, ты бы сам это сделал, но чихаешь от крокодилов. Нет, детка, я просто люблю смотреть. Всех. А теперь я выложу перец в ряд, чтобы ты дошла до самого камня. И знай, я готов идти за тобой повсюду. Эй, мы тебя тут раньше не видели, ты кто такая? Привет, я Глория. Скажите, а вы Мото-Мото не видели? Он вроде плыл прямо за мной. Правда? Обычно он таскается за мной. Или за мной. Вид сзади его самый любимый. Хотя я лично не понимаю, чего он в этой костлявой нашел. Ну-ка, ну-ка. Ты кого костлявой назвала? Так, я лучше пойду. Увидимся позже, девочки. Пока. Пока. Пока-пока.
ты ищешь? Глория, сладкая моя, я думал, тебе это понравится. Понравится? Да ты меня бросил! Но я же вернулся. Сегодня твой счастливый день, детка. Ты увидишь своими глазами, как идеально я ныряю в воду. Ну, знаешь, меня впечатлит только идеальный прыжок. Смотри сюда, детка. Обещал мне ожерелье из жемчужин, которые я собрала. Добро пожаловать в мой садик. Точнее, это был садик, но он засох. А поливать его тебе в голову не приходило? Интересная мысль. А ты мне не поможешь? Чудесный сад. Мы начинаем сочный сок. В этой игре вы, девочки, сразитесь за самый главный приз. Меня. Сочный сок? Какое-то дурацкое название. И почему ты назвал себя главным призом? О, большая и умная. Ну ладно, ты меня заинтриговал. Что мне нужно делать? Все просто, красотка. Ты должна сорвать несколько фруктов, поразив меня своим обаянием. Уверен, для тебя это будет несложно.
одна победа. Похоже, я в ударе. Да здравствует ударная Глория. Просто супер, детка. Спасибо. Ну и когда я получу свой главный приз? Очень скоро, малышка. Мото только отлучится ненадолго по делам. Совсем ненадолго. Ты меня подожди, я скоро вернусь. Вот что, я здесь пока погуляю, осмотрюсь, а ты уж сам меня отыщи, когда закончишь со своими делами. Боулинг. Вообще-то я ни разу... Здорово. Попробуй побить мой рекорд. Если сможешь, получишь монетку. Монетки я люблю. А где же шар? Прямо перед тобой. Точнее, передо мной, потому что шар — это ты. Катись, кувыркайся и сбивай кегли. Побила чей-то рекорд. А ну-ка еще раз. Отлично! Ты побила мой рекорд. Кажется, я обещала приз. Эй, Глорианна.
ты в изумительной форме. Я имею в виду боулинг. Рада, что ты оценил. А как поживает мое обещанное ожерелье? Слушай, признаюсь честно, это ожерелье было для меня. Но следующее будет твоим, обещаю. Этот Мото-Мото какой-то скользкий тип. Конечно, на вид он ничего, да и язык хорошо подвешен. Но что Глория в нем нашла? Мелман, может, ты пылаешь к ней страстью? Правда, я чувствую какой-то странный жар. Тогда скажи мисс Глории о своих чувствах, а не то они у тебя сами выйдут наружу. Сперва надо отводить Глорию от Мото-Мото. О, у меня есть идея! И фотоаппарат! Может, проследишь за ним и щелкнешь его грязные делишки? Я? Ушам своим не верю! Как ты узнал, что мне понравится такое занятие? Спасибо! Смотри, чтобы он тебя не заметил, а если увидит, помни, этого разговора не было. Подсказка, сфоткай беседу Мото с другой бегемотихой. Надо, чтобы они оба попали в кадр. Есть! Давай же щелкай! Эй, снимать запрещено. Так, на чем я остановился? Да, на твоей несравненной красоте. Извини, мне надо бежать, но я буду думать о тебе. Мото-Мото, пора. Одного имени для такой красавицы мало. Пока-пока, мой вишневый пончик. Увидимся позже. Не болят ли твои ноги? Ведь ты каждую ночь танцуешь в моих снах. Извини, мне надо бежать, но я буду думать о тебе. Мото-Мото, пора. Глория, проснись! Я сделал фотографии с Мото-Мото, ты должна их увидеть! Мелман, я же просила, никогда меня не буди! Смотри, пока ты спала, Мото-Мото болтал со всеми этими красотками-бегемотихами! То есть ты за ним следил и щелкал? Мелман, да что с тобой такое? Ну, у меня приступ подагры, 23 разновидности лихорадки и бубонный чуб... Я о другом! Почему ты ведешь себя как ревнивый муж? Ничего подобного. Я волновался о тебе, Глория. Потому что я... Мне не нужна твоя помощь. Я взрослая девочка и сама за себя постою.
раз говорили о том, куда пропал Морт. Это ты о нем говорил, Морис? Я тебя вообще-то не слушал. Надеюсь, он в порядке. Слушайте, может быть, сменим тему? С Мортом никогда ничего интересного не происходит. Ah!
Ой!